СМИ должны проверять информацию, это безусловно. И поэтому, собственно, как они могут проверять? Прежде чем что-то выпускать, новость какую-то в свет, все-таки поспрашивайте у людей подольше, пораспрашивайте их, не только этих людей, но и, может быть, их оппонентов и так далее. Тогда, возможно, информация будет более проверена. Конечно, я понимаю, что журналистам иногда сложно удержаться от такого соблазна и отправить быстрее в сеть утку, потому что утка быстро летает. Буквально недавно поймала утку про себя, что я назвала как бы в своей книжке Маргариту там трансвеститом. На самом деле я не называла это стихотворение, это художественное произведение, где все фамилии изменены. Я назвала так мифический персонаж. Тем не менее, уже утка улетела, вот именно в таком виде. Поэтому здесь я также не верю и прежде в прессе. И поэтому именно когда пресса публикует непроверенную информацию, она создает прецедент для недоверия себе же самой. Gracias.